Лариса Миллер. Это ее стихотворение из журнала «Новый мир» 2000 года. Очень противоречивая поэтесса. Ну, почему? Потому что розы и козы – это милая рифма, скажем так. Но при этом она умудрилась написать вот такое стихотворение. «Made in Russia, in Russia, в России одной обходиться умею без речи родной, с матерком продираясь в тумане, и пускай в загул не стоять за ценой, даже если не густо в кармане. Made in Russia, in Russia, взгляните на швы, как они непрочны и небрежны, увы, да к тому же и нитки гнилые, не приткнуть и не преклонить головы, времена здесь всегда нежилые. Наш родной неуют на века, хоть дрожит у хмельного умельца рука, когда тянет он жижу из склянки. Он еще молодец и при деле пока, и не рухнул еще со стремянки». Ну, как-то противоречиво немножко, да. «Все вполне выносимо, но в общих чертах, а в деталях постылые эти детали, не от них ли мы так безнадежно устали, и особенно те, кто сегодня в летах. Эти ритмы попсовые над головой, эта дрель за стеной, что проникла в печенки, уголовного вида хозяин ловчонки, одинокой собаки полуночный вой. Этот ключ, что хоть тресни, не лезнет в замок. Полутемный подъезд и орущие краны, тараканы и мыши, и вновь тараканы, жаркой схватки, с которыми всяк изнемог. Бог деталей, я все же не смею роптать. То ли ты мне шепнул, то ли выскочка дьявол, что на тех, кто в мирском этом хаосе плавал и тонул, лишь на них снизойдет благодать». Ну, благодать большую букву, да. Люблю стихи читать вслух, а вы любите? А вот такой у меня сегодня вечерочек. О, кстати, еще такую фишку придумала. Открываешь календарь у меня 2024 года, кулинарный, отрывной. Вот. Я не люблю рвать, потому что жалко, да? Сегодня у нас 14, кажется. 14 октября. Злой фокус не хочет фокусироваться. Понедельник. Вот что у нас в понедельник. Луна в рыбах. Именинники Савва, Михаил, Роман. Особенно Сав поздравляем. Вот. Покров. Тут вот стишок. Обычно тут есть какое-то блюдо, да? Вот здесь рис на вашем столе. Странно. Странно, конечно. Такие календарики. Вот здесь рис. И тут рис. Три дня рис. Такой вот. Короче, прикольно. Иногда открыть такой календарик и приготовить что-нибудь из кулинарного календаря. Это прикольно. Ловить лайфхак. С советами опытного повара и хорошей хозяйки на каждый день. Я люблю эти штучки. У меня мама их притаскивала постоянно. Вот.